Более 15 лет актер Михаил Пореченков счастлив в браке с красавицей по имени Ольга. Стоит отметить, что поклонница Михаила пошла на обман и практически женила артиста на себе. Дело в том, что Ольга была знакома с другом Михаила Константином Хабенским. Женщина уговорила актера организовать свидание с Михаилом, на которое она явилась под видом журналистки. Ольге удалось покорить Пореченкова при первой встрече. В браке Михаила и Ольги родилось трое детей. В сети не оценили новые снимки пары. По мнению поклонников, Пореченкова, супруга звезды кинематографа, совсем себя запустила. Ни макияжа, ни укладки. Она хоть понимает, с кем вышла в свет. Так можно и мужа упустить, неухоженная какая-то. Пишут поклонники Пореченкова в комментариях. А что скажете вы?